Сегодня наш разговор пойдет о фильме, который был снят более 40 лет назад, но он до сих пор остается одним из шедевров отечественной документалистики. В нем ставятся серьезные вопросы и ищутся непростые ответы. Это картина Феликса Соболева, снятая в 1971 году на Киевской студии научно-популярных фильмов «Я и другие». И у нас сегодня есть уникальная возможность узнать о том, как снималось это замечательное кино. Вести программу сегодня будет Сергей Ильченко и Анна Бескровная. И буквально через несколько минут к нам присоединится наша гостья из Москвы, человек уникальной судьбы, и, собственно, благодаря которому и стал возможен этот замечательный фильм. А сейчас внимание на экран. Но перед этим один поэтический эпиграф. И потом я раскрою смысл того, почему он прозвучал в начале нашей программы «Открытый показ». Это стихи. «Я знаю, как на мед садятся мухи. Я знаю смерть, что бродит всех губя. Я знаю книги, истины и слухи. Я знаю все, но только не себя». Франсуа Авиньон. Баллада «Примет». Внимание на экран. Начинаем эксперимент. Пригласите, пожалуйста, первого испытуемого. Подойдите сюда. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту фотографию, дали психологическую характеристику этому человеку. Пожалуйста. Ну, характеристику с какой точки зрения вообще? С человеческой точки зрения. Что это за человек? Мне кажется, что этот человек хитрый. Так. Замкнутый, скрытый такой. Так. А в чем проявляется его хитрость, лукавство? Черты лица какие-нибудь обнаруживают эту особенность? Глаза, вот, особенно его глаза говорят о нем, что он такой подлый, да. Подлый, подлый, хитрый, лукавый даже, можно сказать. Понимаете, этот человек как-то, по-моему, очень хмуро смотрит на окружающий мир. По-моему, ему свойственно какое-то недовольство, презрение к людям. Холодное лицо у него. Да, неприятно. А вот преступное начало, что в нем выдает, в его лице? Глаза. Глаза. Да. А что в них, в этих глазах? Холод. Следующего испытуемого, пожалуйста. Здесь станьте. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень большого ученого. Товарищ, мешаете нам. Ваша задача заключается в том, чтобы, глядя на эту фотографию, вы дали психологический портрет этого человека. Конечно, мое мнение чисто субъективное, и, в принципе, по фотографии довольно трудно сказать что-либо. Но в данном случае можно сказать, что это человек довольно умный, у него пристальный взгляд, взгляд пронизывающий, буквально прямо как рентгеновские лучи. Человек, очевидно, все-таки очень деятельный и в то же время мягкий, добродушный. В общем-то, на него можно... Ну как, поглощен работой, я бы сказала. Так. Увлеченный вообще, наверное. Вообще серьезный, но, наверное, немножко с юмором. Серьезно? Нет, да. Хорошее у него лицо? Лицо, ну, приятное. Приятное лицо. Да. Добрый он человек? Да, наверное, добрый. Детей должен любить. Детей должен любить. Очень хорошо. Думаю, что, когда говорит с окружающими, он нравится окружающим, ну... Может расположить к себе людей. Портрет преступника. Об этом свидетельствуют его глаза, так нахальновато прищуренные. Угу. Мне кажется, что даже когда он говорит о чем-то хорошем, у него все равно такое впечатление, что в душе что-то у него такое нехорошее есть. Портрет ученого.
в его взгляде отражается большая умственная работа. Он очень много работает над собой. Лоб у него сократовский, такой высокий. Это вор-рецидивист. Взгляд, ну, как бы нечеловеческий, негуманный взгляд. Похоже вообще, что садист даже. Он, наверное, много пьет. Отсюда все следует. В ситуациях неопределенных, при нехватке информации, мы невольно находим то, что ждут от нас другие люди. В зависимости от установки, от слов экспериментатора, мы обнаруживаем черты и качества, которые обычно приписывают преступникам или ученым. Мы видим то, что хотим увидеть. Психологическая установка – это неосознанная настроенность, готовность что-то воспринять определенным образом. А мы считаем, это мое мнение. А если рядом есть мнение других людей, возникает конфликтная ситуация. Как решаем мы ее? Как поступаем? Автором экспериментов в фильме «Я и другие» была доктор психологических наук, а ныне академик, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующая кафедрой психологии Московского педагогического института, член Союза писателей России и Московского союза журналистов Валерия Сергеевна Мухина. Валерия Сергеевна сегодня у нас в гостях у открытого показа. Встречайте, Валерия Сергеевна, пожалуйста. Смутили. Где должна быть? Вы здесь. Присаживайтесь. Я вас приветствую. Пожалуйста. Остыньте. Мы еще не заслужили ваших аплодисментов. Валерия Сергеевна, для многих моих сверстников, студентов вузов Санкт-Петербурга и других городов, фильм «Я и другие» стал такой вот классикой жанра. Ну, потому что на него часто ссылаются преподаватели, а иногда даже их фрагменты из этого фильма показывают нам на парах. Я подхвачу идею Ани. Дело в том, что когда я читаю лекцию о том, как воспринимают информацию студенты разных вузов, я сначала рассказывал об этом фильме, потом появилась возможность показывать. А вот сегодня у нас есть возможность из первых рук узнать, как, собственно, все это творилось. Потому что в этом фильме, помимо вот чисто таких журналистских каких-то проблем, которые возникают, есть проблемы более важные, более человеческие, взаимоотношения личности и коллектива, человека и общества. И, собственно... Вот, может быть, вы с нами поделитесь какими-то тайнами создания этого фильма? Задавайте вопросы, попробуем. Ну, например, поделиться. Кто отбирал эксперименты и за кем было решающее слово в наборе тех эпизодов, которые есть в этом фильме «Я и другие»? Был там такой человек, сценарист Аликов. И когда я читала его сценарий, я была в ужасе от того, что там было написано. И были эпизоды и эксперименты, которые мы потом меняли, потому что по ситуации... Ну, Аликов сценарист, не психолог, не понимает. Поэтому приходилось на месте добавлять некоторые вещи и просто работать сначала над содержанием экспериментов, а потом уже их ставить. А вот давайте спросим у зрителей, кто смотрел этот фильм? Давайте поднимите. Все смотрели фильм? Да. Замечательно. Вот видите, у нас единое коллективное мнение по поводу фильма «Я и другие» 71-го года. Они смотрели, пока они не мнение, они смотрели. Они смотрели. Да, вы про смотрели. Мнение мы ничего не слышали. А вот теперь о мнении. Вот давайте. Ребят, скажите, пожалуйста, там есть несколько экспериментов, и вот кому какой эксперимент в этом фильме понравился? Несмотря на то, что Валерия Сергеевна здесь, просто нам интересно ваше мнение. Кому какой эксперимент? Пожалуйста. А микрофон, ждем микрофон и говорим микрофон. Мне больше всего понравился эксперимент с детьми. Ну, там их несколько. Там, да. Какой, там, именно? Какой именно? Именно, когда у детей спрашивали, какого цвета пирамиды. Что кто-то говорил, что обе белые, и под влиянием других ребенок говорил, что тоже обе белые, на самом деле была одна черная, одна белая. Мне тоже очень понравился эксперимент с пирамидками, но именно в случае, когда испытуемыми были взрослые. То есть меня очень удивило, насколько взрослый человек, видя, что пирамидка действительно одна черная, другая белая, но под влиянием окружающих говорит, что это не так. А поверили? Поверили? Или думали, что его попросили, чтобы он так сказал? Поверила. Правильно сделала. Скажите, Валерия Сергеевна, а какой ваш любимый эксперимент?
В этом фильме? Да. Понимаете, когда все дается кровью, то ты не думаешь, что любимое, что нелюбимое. Дело в том, что страна была очень жесткая. Личность изучать не разрешали. Человек у нас был свободен и сам выбирал себе свой путь, при том, что на самом деле всех хотели выстроить. И вообще воспитание было конформистов в стране. И вдруг нашлись... Ну, энтузиасты и безумцы, и глупцы, которые решили снять на эту тему фильм. Эксперимент с портретом, он был готов. Я не знаю, кто его там предложил. Пирамидки, это были не пирамидки, а вообще квадраты, пирамидки разноцветные. Это была моя выдумка. Изначально Соломон Аш, вы, наверное, про это слышали. А потом, значит, я с детьми... У меня близнецы, когда им было 6 лет, они пошли в школу, и я весь класс на эти квадратики разноцветные на конформность проверяла. Вот, мне было очень интересно, и потом у меня уже был какой-то опыт наработанный. Когда мы пришли снимать фильм, то это, в общем, от меня исходила эта сама идея. Но педагоги рядом с нами были, они говорили, зачем детей, а педагоги вообще это особая каста. Короче, они говорят, зачем детей учить лгать? И я говорила, это мы их не учим лгать. Они знают, что мы хотим проверить того, кто к нам придет, видят ли они, различают ли они цвета. Это совсем другое, не лжи. Нет, это ложь. И тогда мне пришлось, я придумала эту кашу, чтобы они успокоились. Потому что одни получали сладкую кашу, ребенок получал соленую. То есть никто не лжет. У меня есть предложение, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Давайте вспомним этот замечательный эксперимент с кашей и посмотрим. Да, давайте. Посмотрим. Каша, сахар, соль. Предложим эту кашу детям. Таисия Ивановна, пожалуйста. Ну-ка, что нам сейчас тут дадут? Какое блюдо каши замечательное. Сейчас вы должны отведать кашки и сказать, хорошо ли она приготовлена. Сладкая или каша? Да. Первый дадим Танечке. Танечка попробует и скажет, какая у нее каша. Сладкая. Ну-ка. А Валик... Попробует каши. Какая каша? Каша во. Каша во. Так. А Вова что нам скажет? Какая у него каша? Сладкая. Сладкая каша. Это первое. Так, ну-ка, Вика. Какая каша? Сладкая. Сладкая. Итак, всем сладкую. Попробуем. Последнему соленую. Сначала попробуй как следует. Какая каша у тебя? Соленая. Соленая? Такое поведение называют независимым. Стремление к самостоятельности, ориентировка на собственные впечатления. Нам кажется это естественным. Но вот когда мнение окружающих оказывается намного важнее личных ощущений, когда добровольно отказываются от собственного мнения, такое поведение называют внушенным, иногда конформным. Внимание, каша соленая. Алена попробует кашу и скажет нам, какая каша. Попробуй как следует кашу, как следует. Нравится каша? Сладкая каша? Хочешь еще каши? Почему? Потому что соленая. А что, зачем же ты сказала, что она сладкая? Сладкая. Сладкая каша. Валик сейчас попробует и скажет нам, что за каша у него. Сладкая. Сладкая каша. Сережа, ну-ка, Сережа. Сладкая. Ну, теперь Милочка осталась.
Какая, Милочка, каша? Сладкая. Ну-ка, давай еще, Мила, попробуй. Что за каша? Хочешь еще каши попробовать? Но это сладкая? Милочка, какая каша? Сладкая. Очень сладкая. Хочешь да. еще каши? Для всех нас Почему? Очень важно мнение Почему? Других. Такой каши еще не хочешь, а почему? Невкусно. Потрясающий ты ребенок, Милочка. Валерия Сергеевна, вы сказали о том, что были эксперименты с негативной реакцией. Да. Как я понимаю, не все эксперименты, которые вы ставили, не вошли все. В фильм. Вот можно сказать, а какие не вошли? Ну, хотя бы один пример яркий, чтобы было понятно, о чем идет речь. Хорошо. Значит, как готовит группа этого испытуемого? Значит, вообще советская власть не всего так много не продается, они приходят, там кофе, чай, конфеты, вафли, и все такие доброжелательные. Сначала трое из подставной группы, потом этот будущий испытуемый, потом все остальные подтягиваются, он не последний приходит. И он чувствует себя частью этого сообщества, и все друг друга любят. Понятно, что его готовят, что он дал комфортную реакцию. Как готовят негативиста? Опять три человека, подставная группа приходит, это все ссорятся, его втягивают в ссору, все говорят друг другу колкости. Следующий подтягивается, всем достается, а ему больше всех. Он такой взвинченный. И когда ему показывают что-то, портрет одного и того же человека, он нельзя все втиснуть в кино. Он говорит, нет, все разные, вообще ничего не знаю. И там был один мастер спорта, он, значит, я увидел, как он нервничает, но он сказал так, как надо сказать, то, что он видел. И я потом еще спрашивала, а трудно было говорить, как все? Он говорит, так тяжело, у меня ощущение было, я же там написала, как будто там стержень металлический, и он у меня дрожит. Это у мастера спорта, здорового парня, у него там стержень дрожит, видите ли. Валерия Сергеевна, с вашей точки зрения, конформизм – это хорошо для человека или плохо? Хороший вопрос, браво. Значит, это механизм наших социальных взаимосвязей. Это не хорошо, не плохо. Это нормальная реакция. Мы от того, что мы можем подстроиться друг к другу, группе, мы можем совместно участвовать в какой-то, каком-то деянии, в какой-то работе и прочее, прочее. Комфортные реакции – это нормально. Если я поступаю, как мне предлагают другие, это меня, если не ломает изнутри, это нормально. Есть конформизм как социальная реакция поведенческая, и есть конформность как личностная особенность. Если человек конформист, это большой недостаток. Им можно манипулировать всегда. Этот человек ненадежный. Так, Виталий. У меня вопрос такой. Как вы считаете, вот был еще один эксперимент в фильме с похищением профессора, ну, условно, да, да назовем. Да, да. В ситуации насилия конформность усиливается или все-таки каждый сам за себя и другие законы действуют? Значит, я расскажу про это. Спасибо. Я расскажу про этот эксперимент. Почему правильно делаешь, что мы его тут не смотрим? Понимаете, потому что профессора здесь. Нет, я вам сейчас скажу, ребята. Значит, там два эпизода вообще, где он не относится. Первый и последний. Первый – это юристам показывают, проводят эти вот сцены на юридических факультетах. Что-нибудь такое взрывают, потом говорят, сколько было человек, а ну посчитайте. И просто показывают особенности нашего восприятия. У нас восприятие у всех имеет свои индивидуальные особенности. Кто-то сказал, что там 8 человек, кто-то сказал, что там было всего 3, там было 6. Понимаете, это к конформности не имеет никакого отношения. Это эпизод, который показывает, что мы все воспринимаем неоднозначно. И свидетельские показания, надо их там делить на 100, потом умножить, я не знаю, на 1,5, и может что-то из этого извлечь. Я позволю себе обратиться еще к одной теме, быть может, не столь популярной сегодня, но для меня она очень важна в этом фильме. И почему, собственно, я отложил разговор о заключительном эпизоде, картины «Я и другие», это проблема личности и коллектива. И вот я сейчас предлагаю нашим ребятам, значит, поднимаем руки по принципу «да, нет». Значит, есть коллективисты, есть индивидуалисты. Вот кто себя считает коллективистом, поднимаем руки. Замечательно. А я вот так сделаю, я и то, и подождите, другое. Подождите, Валерия Сергеевна, вы эксперт, вы оцениваете. Так, опустили руки. Кто считает себя индивидуалистом? Так, замечательно. А кто поднимает обе руки?
Вот они правы. Человек не может сказать про себя, что он существо коллективное? Человек по историческому происхождению, безусловно, социальное существо. А в данном случае вот можем оценивать данную аудиторию? Это аудитория. Она не коллектив. Группы, если есть сплоченное какое-то количество ребят, то они могут быть коллективом. Валерия Сергеевна, а вот из разговора о коллективе, о том, что коллектив может быть и не коллективом, и что это очень сложное явление социально-психологическое, конечно. Какой бы из ваших экспериментов вы бы поставили и сняли, чтобы доказать, что человек все-таки существо коллективное и живет среди людей? Я бы не стала доказывать, что человек коллективное существо. Я бы стала доказывать, это доказано всеми, начиная от Платона, потому что он первый писал. Вот, а до него были другие мыслители, которые об этом много говорили, что человек существо социальное, не коллективное. Я бы от этого слова отошла. Для того, чтобы проиллюстрировать вашу мысль, мы можем посмотреть последний фрагмент фильма, где, в принципе, и доказывается, что человек существо социальное. Скажите, пожалуйста, вот в трудных ситуациях, в ситуациях, когда каждый ребенок класса имеет возможность сделать выбор и играть, так сказать, в эксперименте. В свою пользу может и в пользу класса может. Как будут вести ребята вашего класса? Как они будут вести себя в этой ситуации? В этой ситуации. Я вам сейчас объясню. Представьте себе тир. Аллочка, ты была в тире когда-нибудь? Нет. Ну вот посмотришь, какой тир у нас. И в тире две мишени. Левая мишень и правая мишень. Если ты будешь стрелять в левую мишень, то этот автомат выбросит металлический рубль, который ты возьмешь себе и стратишь его, как тебе захочется. Если в правую мишень, то этот счетчик бросит рубль сюда. И эти деньги пойдут на общие классные дела. Сейчас я уйду, и раздастся звонок. После звонка зажжется табло на левой мишени и на правой мишени. И ты увидишь, сколько ребят из вашего класса стреляло влево, и сколько ребят из вашего класса стреляло вправо. Предыдущие. Да, те, которые были перед ним. Но на самом деле этим табло распоряжаемся мы, а вовсе не те ребята, которые прошли перед ним. И мы делаем так, что на левой мишени, на той мишени, которая для себя, загорается 16 или 17 лампочек, а на правой 2 или 3. Значит, каждый ученик вашего класса оказывается в конфликтной ситуации. Его ребята, его класс, его товарищи якобы все стреляют в левую мишень. Это 16-17 ребят сделали выстрел в свою пользу. Якобы стреляют в свою пользу. А на правом табло будет гореть всего 2 огонька. В пользу класса. В пользу класса. И, конечно, эта ситуация будет для каждого выступать как конфликтная, потому что она все-таки неожиданна, наверное. И все-таки каждый, наверное, думает, что его класс более сплоченный. И вот мы посмотрим, как эти левые огоньки смогут они сбить, так сказать, устойчивость ребят вашего класса или нет. Да, это интересно. Вам не страшно за ваших ребят? Ну, страшновато. Вы не боитесь, что мы пошатнем, так сказать, их стойкость? И коллективистическую направленность. Знаете, в таком возрасте, мне кажется, очень легко пошатнуть такую стойкость. А вам интересно узнать, как на самом деле обстоят? Очень интересно. Это мне поможет в работе. Я сейчас уйду, и после сигнала ты будешь работать. Хорошо? Угу. Thank you.
хочу вас поздравить. Несмотря на наши экспериментальные каверзы, ваш класс выдержал испытания, и большинство ребят оказались коллективистами. Поэтому, наверное, можем порадоваться за младших подростков, потому что в условиях, когда им ставят специальную установку делать против коллектива, 80% выдерживает испытания и перешагивает через нашу установку. Наверное, нужно остаться довольным таким жестким экспериментом. 80%. Большая часть ребят поставила интересы класса выше личных. Весь строй нашей жизни воспитывает в человеке моральную стойкость, стойкость взглядов, идеалов, воспитывает коллективиста. Когда вышел в прокат этот фильм, он шел достаточно долго, такой театральный был показ в специализированных кинотеатрах, то критики в серьезном профессиональном журнале «Искусство кино» вот, написал статью. Не помню фамилию, но помню вот этот упрек в «Стрельбе на рубль». Вот как бы вы прокомментировали сегодня? Дело в том, что этот фильм, если бы были съемки только про конформизм, самостоятельность, там вот про эти наши вот особенности в нашем поведении, то его бы никто не пропустил. И поэтому был придуман эпизод, чтобы показать, что наши советские школьники, они коллективисты. Валерия Сергеевна, дело в том, что мы сегодня обсуждали фильм. И я искренне благодарен вам за то, что вы потратили свое время, свои силы, чтобы попытаться изложить нам свое видение вот всех тех сложных проблем, которые в фильме затронуты. Большое вам спасибо за то, что вы приехали. И вот... Пожалуйста, Анна. За то, что я вас учила все время, тормошила. Да, большое вам спасибо, правда, за это. Подытоживая программу, хочу привести цитату Максима Горького, который сказал: «Учись у всех и не подражай никому». Ну а Станислав Ежелец добавил: «Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь». Я не Феликс Соболев, я Сергей Ильченко, который вместе с Анной Бескровной вел этот открытый показ. Но я считаю, что последнее слово, заключительное точнее слово, в этой программе должно принадлежать вам. И, собственно, мы с большим вниманием его сейчас и выслушаем. Я вам желаю глубины, вот внутреннего понимания. И вообще я вам желаю, чтобы вы любили людей. Желаю, чтобы вы любили и бандитов, и гениальных ученых, и актеров, и всех, чтобы каждого надо любить. Это была Валерия Сергеевна Мухина, да, да, в программе «Открытый показ». До новых встреч! Спасибо вам!